готовимся к выезду. Над чем работали, в принципе, секрета большого нет. Мы преодоление средней зоны, работа и выход из-под давления своей зоны. Ну и маленькие нюансы, которые предстоит нам еще обсуждать с тренерским штабом. Нужно с каждым поговорить, с каждым узнать его состояние, его пожелания какие-то и выдвинуть ему наши требования, чтобы он знал, четко и прекрасно понимал, что мы от него требуем, что мы от него хотим, чтобы в дальнейшем исполнять это все на льду. Мы просматриваем весь ближайший резерв, каждая боевая единица на счету, поэтому все ребята, которые задействованы в первой команде и которые на подходе, мы всех просматриваем, всех держим на карандаше, и поэтому хотелось бы, чтобы они себя проявляли, доказывали игрой, то, что достойно играть здесь в тракторе, шанс будет предоставлен всем. Сезон в Челмете. Конечно, стремился попасть в трактор, но не думал, что прям посередине сезона возьмут потренироваться и даже выпустят на поле сыграть. Рад, доволен. Были моменты. Не знаю, что не получилось. Может, чуть переволновался. Надо исправлять, забивать.